Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов опасается терактов на полуострове. На заседании Совета по обеспечению правопорядка на оккупированном полуострове он заявил о необходимости усиления мер безопасности из-за роста террористической активности в некоторых регионах мира. Мы также рассмотрим проведение комплекса мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности, в том числе на объектах повышенной опасности жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и на объектах с массовым пребыванием граждан. Эта тема особенно актуальна в свете роста террористической активности в разных регионах мира. Как показывают результаты обследований, антитеррористическая защищенность ряда объектов не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Такая ситуация недопустима и требует принятия безотлагательных.